Уважаемые оренбуржцы, от всей души мы хотим поздравить вас сразу с двумя праздниками. 277-летием со дня образования Оренбургской губернии и 87-й годовщиной образования Оренбургской области. История Оренбуржья всегда привлекала внимание. Многие события, происшедшие на вашей земле, в корне повлияли на ход истории не только нашей страны, но и мира в целом. Именно Оренбург стал городом, подарившим крылья первому космонавту планеты Земля Юрию Алексеевичу Гагарину и таким покорителям космоса, как Валентин Витальевич Лебедев, Александр Степанович Викторенко и Юрий Валентинович Ланчаков. Кроме того, Оренбуржье – это родина легенд отечественной космонавтики Геннадия Михайловича Монакова и Юрия Викторовича Романенко. Мы желаем жителям Оренбургской области дальнейшего процветания, развития и благополучия. Знали бы вы, дорогие друзья, как прекрасны ваш город и оренбургские степи из космоса. С праздником, Оренбуржье! С днем рождения! Космонавт Роскосмоса Петр Дубров и Антон Шкаплеров.